Дорогие друзья, коллеги, с очень хорошим настроением я сегодня явился, несмотря на дождь, на этот форум, который мы уже который год проводим. Под сегодняшним девизом «Инновации». Нужно сказать, что инновации – это основной рычаг долгосрочного роста и изменения всей экономики мировой. Я не буду говорить долго о ситуации в мировой экономике. Здесь в зале присутствуют, я бы сказал, великие представители и российской экономики, и мировой в целом, господин Сечин, господин Михельсон. Я надеюсь, они профессионально и глубоко расскажут о своих видениях проблем мировой экономики, расскажут, позволят вам глубже понять, каким образом Россия сегодня справляется с вызовами мирового экономического финансового кризиса. Ну, ведущие страны мира ищут источники роста и в основном за счет использования новейших открытий, развития высокотехнологичных в цифровых технологиях, в энергетике, в робототехнике, в биотехнологиях. Использование этих открытий, развитие этих областей, я думаю, приведет в ближайшее время к коренному революционному изменению структуры экономики во всем мире. Эта тема, я надеюсь, будет глубоко обсуждена здесь на форуме. Господин Флавио Тосси, который я хотел особенно поблагодарить за очередную возможность собраться нам и развивать наше сотрудничество, обмениваться мнениями, отметил, я бы сказал, ту проблему, которая иногда мешает нам, прагматикам, людям коммерции, экономики, спокойно и нормально развиваться. Это политическое вмешательство в экономическое сотрудничество. Я не буду долго останавливаться на теме, насколько, ну, я бы сказал, смехотворны усилия тех, кто пытается влиять на наше сотрудничество. Хочу только подчеркнуть, что Италия и итальянские экономические круги всегда были лидерами, независимо от обстоятельств, в развитии нашего взаимодействия. Вот ярким примером такого взаимодействия явился наш международный питерский экономический форум, на котором присутствовал премьер-министр Италии господин Ренци, на котором было подписано огромное, я бы сказал, огромное количество контрактов, соглашений с итальянскими нашими партнерами. Я надеюсь, что этот форум также принесет хорошие результаты, позволит нам лучше понять друг друга, сблизить наши позиции. И я желаю всем присутствующим успеха и конструктивной работы.